Пам-пам-пам. Всем-всем-всем привет. Сегодня будет неожиданный персонаж для всех, на которого долго и много просили. Мататави. Двуххвостый Пиджу. Динтюрики, так сказать. Но она не Динтюрики, она Пиджу. Да. Ошибочка вышла, простите. Рисуем круг. Один круг. И отходим три круга. Три круга вниз по уклону примерно в 20 градусов. И рисуем второй круг такого же размера. Используя циркуль либо линейку, чтобы ориентироваться. И прямо посередине ставим точку. И начинаем рисовать вот такие вот вещи. Эти вот узорки. Я рисовал Мататаби с помощью манги. Потом такой, может, в аниме легче? И оказалось, что в аниме реально легче. В манге там просто у нее такие там вот эти вот шрамы, не шрамы, а черные вот эти вот линии. Поскольку вначале рисовал по манге, это не точно, но все равно получилось красиво. Вот эти вот вещи вы можете не рисовать. Вы можете нарисовать и просто маленькие линии черные, типа. С того момента, где я сделал вот эти вот закорючки, вы можете их не рисовать. Просто соедините их с верхней частью, и все. Здесь у нее нос. И здесь вы тоже можете просто соединить. Так было в аниме. Это понятно, потому что в аниме они ищут легкий путь анимации, и так легче. Если не хотите усложнять свою жизнь, я вам советую не усложнять ее, потому что Мататаби рисовать не особо и легко. Она все же Динтюрики, не живой человек. Максимально легкий путь ищите. Спускаемся вниз и рисуем нос. Нос, как можете заметить, весьма близко к глазам. Но это не вопрос. Это уже не человеческая анатомия, которую используют в аниме. Это Динтюрики. Так что все нормально. Рисуем нос. Ноздри. И спускаемся немножко вниз и рисуем рот. Конечно, он будет раскрытый, показывающий зубы, агрессию. Все же Динтюрики мы добавим. В последних двух видео я был очень агрессивный. Простите за это. Все же у меня все завалилось, вот эти вот все завалы, НТ, все вот эти вот дела. Всего стало слишком много, поэтому простите. Рисуем вот такую вот улыбку, как у клоуна. Весьма страшную такую, типа, серьезно страшно. И рисуем вот эти вот губы. У котят есть губы? Я не знаю. Вот таким образом рисуем зубы, губы, и потом переходим к зубам. Есть два больших зуба, вот нарисовали первый, и второй. Одинакового размера, они оба большие, и в середине маленькие зубки. Вот таким образом рисуем маленькие зубки. Рисовать Динтюрики очень тяжело. Но, мне кажется, остались только легкие. Возможно, Сон Гоку рисовать будет тяжело, четыреххвостого обезьяну, которую помните. Ее рисовать, наверное, будет тяжко, но вот с остальных, мне кажется, легко. Семихвостого точно легко. Да и треххвостый тоже легкий. Черепаха. И тут тоже два больших зуба и вот такие вот маленькие зубки. И нарисуем десна. Это она десна. Хорошо, перейдем дальше. Перейдем к татуировкам и контуру лица. Это язык. Надо было сразу начать рисовать с аниме, а не с манги. Я такой сижу, зачем мне легкий путь, когда есть манга? И потом я пожалел, когда я вот начал все это рисовать. Так много этих линий, почему их так много? Это же кошка, а не зебра. Вот такая вот у меня реакция была. Потом такой... Ладно. С этой стороны мы рисуем ей ушки. Вот эту вот черную, вот эту вот фигню. Там должна вся должна быть черной. Можете ее не рисовать.
Уши небольшие, можете рисовать любых размеров. Главное, чтобы они были большие. Она с гусых чакры, поэтому у нее нет определенной формы. Вы уже рисовали Кураму. Курама был тяжелее. Вы молодцы, у вас получилось. Наверное, я перерисую Кураму, сделаю немножко легче. Но это возможно. Если хотите, можете ставить лайки, комментарии. Напишите, хотите, нет. Просит очень много персонажей. Очень их много. Шейну, Обито, Тоби. Обито просит еще раз маленького нарисовать. Я уже нарисовал, и скоро озвучку сделаю. И выкселю сюда. Шина пока что я не рисовал, но нарисую. Что дальше? Вот так вот нарисовали второе ушко. И спускаемся вниз. Кого еще спросили нарисовать-то? Забыл вообще уже. Вот он список целый. Персонажи, которые нужно нарисовать. И просто их много. Ой. Так, я здесь переборщил с размером. Я нарисовал льва. Я такой, вот в этот момент я понял, что... Ну, не в этот момент. Вот здесь вот я понял, что... Что-то не то. Получился лев. Лев мне не нужен. Постарался исправить. Такой... Не-не-не, мне не нравится. Не нравится, не нравится, не нравится. Так, исправляем, исправляем, исправляем. И решил сделать так. Отсюда. Вот отсюда нужно начинать. Ближе к рту. Но ту линию, куда я тяну, да? Начал рисовать с нее. И делаем близко к рту, рисуем. Знаете, на кого похож Матадаби? Если вы смотрели аниме Бакуган, там есть белый кошка. Белая кошка. Ну, типа, Бакуган, я забыл ее название, имя у них есть имена, и там есть белая кошка. У главной героини были белые вот эти цветы. Я не смотрел это аниме, я смотрел только, когда был маленький, но вот она очень похожа на нее. И вот эти вот, которые я нарисовал неправильно, я решил просто взять как тень. Просто как всегда использую эту технику. Сгусток чакры. Голова Матадаби. И верхняя часть состоит из вот таких вот линий. Можете рисовать любые линии, это не принципиально. В целом, в манге у нее вообще там дохрена линий. Это не важно. Я нарисовал как в аниме. В аниме у нее вот такие вот линии. Вот все. И там сверху такие вот просто две линейки. Такая вот большая одна, и около нее еще несколько. В целом очень похож. Я был удивлен тому факту, что мне вообще получилось нарисовать, потому что трудно рисовать анчурики все же. Надеюсь выпускать туториалы каждый день, если получится. А если нет, то простите. Хотя бы 3 туториала в неделю я буду стараться выпускать. График, надеюсь, у меня будет намного гибче, чем был в этот некоторое время назад. Такой вот таймлапс получился. Получился в покраске. Покраска не особо интересный момент, так что... Вот так вот. Я не решил скрасить все, поэтому простите. Всем удачи, всем пока. До скорых встреч.